Сентября этого года. Да, сентября первый случай, да, когда они начали копать с сентября. Ну вот вы видите, да, что произошло, собственно, как вы, вот первичная оценка, понятно, что будет, ну, оформлено комиссионно это все, но вот ваша первичная оценка произошедшего. Организация строительной площадки в нарушение действующих технических регламентов и требований проектной документации. Угу. Что планируется предпринять со стороны органов власти, в общем-то? Так, ну сейчас по согласованию с органами прокуратуры мы проводим внеплановую проверку. Значит, сейчас все зафиксируем, посмотрим документацию исполнительную, журналы. По результатам проверки будет составлен акт, по административному правонарушению по статье 9.4, часть 1 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации. Будет выдано предписание на устранение нарушений. То есть приведение строительной площадки в соответствие с требованием проектной документации. Но остановить стройку, понятно, что все равно она будет продолжаться нарушать. Остановить стройку нереально. Пока не могу ничего сказать. Вот я только прибыл. Сегодня первый день внеплановой проверки. А сколько длится будет проверка? До 10 числа включительно. До 10 числа. А заключение будет выдано по... 10 числа жителям будет, да, выдан акт? Нет, будет составлен акт, экземпляр останется в департаменте стройнадзора. Второй экземпляр будет отдан застройщику. И поскольку согласовывали с прокуратурой, в течение 5 рабочих дней будет предоставлено в органы прокуратуры.